Друзья, срочные новости. Автомобиль, на котором приехали четверо к Рокусу, и автомобиль, который нашли в области, это разные автомобили. Вот такой фейк сейчас распространяется в ТикТоке. Утверждается, что якобы на Рено Симбл, который стоял возле Крокуса, не видно шильдика. Вот вы можете обратить это по фотографиям. А на Рено Симбл, который нашли уже при задержании, шильдик имеется. Дело в том, что когда снимали машину на видеорегистратор возле Крокуса, у него настолько низкое качество съемки. Во-вторых, из-за частых пересылок этот файл сжимается. Из-за этого невозможно, как вы видите, рассмотреть даже номерные знаки. А уж о шильдике, конечно, и речи не может быть, потому что он очень маленький. Но обратите внимание, пожалуйста, на левое заднее колесо. Оно без колпака. Теперь посмотрите на этот же автомобиль, только уже когда он двигался по трассе в сторону Брянской области, левое заднее колесо, оно без подколпака. Теперь посмотрите на сам автомобиль. Дело в том, что всего в продаже Рено Симбалов, это не очень такая прям популярная машина, в России 73 штуки. И только у этого белого Рено Симбала, когда он стоял на объявлениях, была черная крыша, скорее всего, не знаю, может быть это перевертыш, может быть это дизайн был такой, да, вот предыдущий владелец сделал. У него только была черная крыша. И вот теперь посмотрите на автомобиль при задержании. Черная крыша, номер, шильдик виден. И смотрим еще раз кадр с видеорегистратора, черная крыша, номер, шильдик чуть-чуть виден, номер даже чуть-чуть виден, его можно даже прочитать, и, конечно же, колесо без колпака. Ну и самая главная фотография, вот когда зарегистрировали штраф, когда они уехали уже в сторону Брянской области, кого вы узнаете в кепке на вот этой фотографии? Но я отчетливо вижу одного из тех, кто был в Крокусе. Ну и вот с этого ракурса регистратора, если посмотреть, в принципе, ну, видно, что шильдик присутствует. То есть он как бы немного смазан, но и номер не видно, он смазан, и шильдик, но он есть. То есть это одни и те же автомобили. Поэтому, друзья, не ведитесь на этот фейк. Я сейчас понимаю, что вас пытаются всячески склонить на сторону этих нелюдей. Но старайтесь все-таки иметь холодную голову на плечах. И подписывайтесь на мой телеграм-канал Кузьминов. И смотрите, пожалуйста, там эти фотографии. Делитесь этими постами. Находите его в поиске телеграм или переходите по ссылочке в описании. Всем пока и берегите себя.